Всем привет, дорогие друзья, с вами Розе, и это канал дядюшки Розе. Играю в разные игры, в основном ММО игры, но играю то, что нравится. Так, конечно, не покажу вам все действо, что произошло. А что произошло? Купил я 4 пака, да? Как вы могли понять, я смог скрафтить шквальный удар. Ну, кто не знает... Если вы покупаете паки, там есть вот такой вот шквал Сайхи, за который в создании, в акциях, книги, можно создавать скиллы. Но это зависит от акции, которую дадут. И вот мне со второго раза, с добавлением одного камушка, который выпал с первого раза, когда мне не повезло, я смог создать шквальный удар. Очень крутой скилл. Если вы сомневаетесь его брать, то... Я вам его советую. Это продолжение скилла «Удар ветра». Раньше восстанавливал МП, теперь и ХП. За счет этого скилла я теперь могу сделать самобичевание на троечку примерно. Но я пока еще тестю. То, что на единичке всегда стояло. И у меня теперь вырос также кач, также фарм. И мой чар стал намного вкуснее. Почему я решил купить эти именно паки? Потому что тут постоянные коллекции. Я вот еще жду, что-то продастся, и чтобы дозакрыть... Еще одну коллекцию. Посчитал, почему две защиты и доп. Урон крит атака плюс 3. Ну, не знаю, мне так захотелось. Я вижу, что мне это больше буста даст, чем 2 снижения и шанс тройного урона 1%. Конечно, тройной урон интересненько, вкусненько. Но две защиты, доп. Урон крит атаки, я думаю, мне будет... Позакрывались коллекции карту. Где-то прибавилось, я скажу, 5 защиты, пару снижения, точности, там урона... Сейчас я заюзал шквал Сайхи, то можно там немножко минусануть, но чар намного вкуснее стал, и то бишь я всего лишь потратил 6к алмазов, чтобы получить данный скилл. Этот скилл стоит примерно сейчас, ну, 9-12 тысяч алмазиков. То бишь я в очень огромном плюсе. Очки пробуждения хорошо апнулись, плюс коллекции позакрывались. Мне попались повторки красных, я попытался пробудить маленькую девочку, но не повезло. И еще одна была повторка, я поменял на вот такого Зикард Айн. Он очень много вкусных голд закрывает, ну это просто неимоверно. Ну сплавил билетик хоть, слава богу. Вот такой ап дядюшки Розе, кто следит, я думаю, вам будет очень интересно узнать об этом. Так, с вами дядюшка Розе, всем до новых встреч.